квартиры. Честно, возгорание просто какое-то под полом между ванной и кухней. Сейчас пожарные закрывают, пока огня открытого ничего нет. Можете сказать, как вообще произошло это все? Было задымление сильно. Соседи вызвали пожарную вовремя. Хорошо, что вот это было бы задница. Пожарные быстро вообще приехали? Мгновенно, скажем. Быстро очень приехали, быстро среагировали, быстро нашли хозяев, открыли дверь, потушили, все. Молодцы, можно сказать, герои, да? Ну, я считаю, что да. Обошлись очень малыми жертвами, так что ничего не затопили, никого не... Конечно, все хозяйки горят. Все без хозяйки, я дома не была. А, вы пришли, ну, и уже горело, да? Да, уже много народу здесь было. А, понятно, а кто-то был муж или кто-то был у вас дома? Нет, в день никого не было. Мы только с работы пришли. И просто люди услышали, что дым, да, и вызвали, да? А что может быть такое? Я не знаю. Все было отключено, здесь ничего не проходит. Что могло, либо что-то сверху попало, типа хабарика или что-то. А сверху квартиры, да? Ну, либо сверху и квартиры, может. В принципе, короб этот выходит, он, по идее, и на чердак. То есть, может, кто-то там, молодежь на чердаке курила или что-то могло бы упасть. Просто пролететь там дырки.